одном роду Самаров по имени Ла. Была у него дочка Айюга. Была она самая-самая красивая. Все ее любили. Загордилась Айюга, стала на себя оглядываться. То в медный таз смотрится, то на свое отражение в воде. И говорит ей мать: «Не воды принеси, Айюга, а я в воду упаду». «А ты за куст возьмись». «Куст оборвется». «А ты за крепкий возьмись». «Руки поцарапаю». «А ты рукавицы одень». «Рукавицы порвутся», — говорит соседская девочка. «Я принесу воды, мать». А соседская девочка воды. Мать заметила тесто, сделала лепешки. «Дай мне лепешку, мать». «Не дам, руки обожжешь». Отдала мать лепешку соседской девочке. Рассердилась Айюга и пошла на реку. «Возьми лепешку, Айюга, мне не жалко». «Надо мне ничего». На девочку Айюга и руки ее в крылья. Плавала, пока по-нанайски говорить не разучилась, только имя свое не забыла. «Айюга».